Мы вместе должны быть, потому что это то сообщество людей, в которых люди друг друга поддерживают. Это единственное определение ценностей отношений. Да? Не вот потому что традиции, не потому что какие-то формальные признаки там, и так далее, а мы нашли такую общность людей, где все хотят друг друга поддерживать и испытывают удовольствие от того, что они друг друга поддерживают. Вот. Если человек не испытывает удовольствие, что он вас поддерживает, а постоянно вас еще как-то травмирует и так далее, ну, вы не обязаны тратить на него жизнь. Это правда.